Психиатрический стационар закрытого типа. Суд принудительно отправил 45-летнего жителя Воркуты за кровавую поножовщину. В октябре 2017-го мужчину задержали за нападение на троих человек. О преступлении в поселке Варгашор в полицию сообщили местные жители, которые обнаружили в снегу возле дома тело убитого парня. Следы крови привели оперативно-следственную группу в квартиру на втором этаже. На полу в кухне лежал 44-летний мужчина. Еще одного с ножевыми ранениями доставили в больницу. По словам выживших очевидцев, накануне в квартире собралась компания из 6 человек. Один из гостей, 45-летний мужчина, внезапно, без всякой причины, ударил ножом 3 собутыльников. Покинули квартиру, ну вот в том числе и мужчина, который был обнаружен на придомовой территории. Он после нанесенных ударов, ему попытался убежать, ну, пробежал, получается, ну, буквально метров 50 от подъезда и умер, соответственно, там же на месте. Мужчина, который остался жив, он как раз выбежал на шум, и ему в этот момент ножевое ранение было нанесено. Он, соответственно, упал, от этого потерял сознание, ну, возможно, подозреваемый, ну, вернее, привлекаемое лицо подумал, что он также погиб и уже, соответственно, более ударов ему не наносил. За убийство 2 человек и покушение на 3-го воркутинцу, кстати, уже судимому за убийство грозил суровый приговор, вплоть до пожизненного заключения. Но результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что у фигуранта сильное расстройство психики. Он полностью невменяем. Суд изолировал его от общества в стенах закрытого медучреждения, вероятно, навсегда.